Готово? Готово. Порви. Довольно, Игорь Кен. Что Лотса сделал с Базом и как вернуть его обратно? Я буду молчать до конца. А что ты будешь делать? Трусы для серфинга. О, Барби, это же винтаж. Ну ладно, валяй, рви, мне плевать, это дешевка. Какой пиджак. Наплевать, это безвкусица, плевать. Жакет в стиле Неру. Барби, только не Неру. Это какой год? Видимо, 67-й. Ты что, это же раритет, нет? Очень жаль. Стой, нет. Нет! Ладно, к нему есть инструкция! Лотса перевел базу в режим демо! Где эта инструкция? Не понимаю, почему нельзя подождать до утра, Кен. Но вот, держи. Где же ее пес носит? И как починить база? Ты на что уставился, Сизый? Лети, трус! Вот это номер. Уймись, тебя никто не слышит. Я говорю, тебя никто не слышит. Он сказал, никто тебя не... Шш, давай потише. Вуди, ты вернулся? Ребята, не дайте ему уйти! Красный центр, мои пленники взяли меня в плен! Руку держи! Скорее, на спине переключатель! Пустите приспешники Зурга! Галактический суд будет к вам беспощаден! Не работает! Почему не работает? Где инструкция? Так. Под переключателем должно быть маленькое отверстие. Отверстие! Для перезагрузки база лайтера вставьте скрепку. Рекс, сунь палец! Так, что дальше? Сейчас поглядим. Внимание! Держите кнопку не более 5 секунд. Я не виноват! Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. ¿No es lo que te hago? Только то, что велели. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos. Мы все amigos. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Переключите его обратно. А как это сделать? Не знаю, тут все по-испански. У нас нет времени. Пошли, Эльбаза. Mi nave? ¿La encontraste? ¡Excelente! Удачи, ковбой.